Жанна и Серси в папочку сделаю на канале, короче. О программах хороших для продвижения вашего уровня английского языка. Вот. Вот это хорошая, она хорошо переводит, тексты через нее хорошо переводить, если вам где-то там книжки непонятно, типа дословности хорошие на русском языке, очень отличная. Вот это вот DeepL. Короче, в DeepL переводчике очень хорошо, если вам надо текстом писать или тренировать свое правописание. Знаете, бы что я хотел добавить? Почему-то вот тут произношения нет, во-первых, раньше было очень странно. Свободный трайл. Что это? Я выбирал. Нет, что это такое? Вот зачем вот это нужна функция? Непонятно. Лучше бы вот здесь добавили микрофон, как он есть почему-то, кстати, в версии в этом. На телефоне. Ну, вот тут стоит, можно послушать, как оно правильно произносится для тех, у кого хорошо ранжирование продвинутом английском языке. Вот. И плюс бы я добавил текст. Текст, как он в тексте будет это слово произноситься. Ну, например, I would like to surfer develop my professional skills. Ну вот, чтобы как англичанин истинно читает, и вот еще бы примеры, ну, вы поняли, в тексте вот с словом develop передавались. Типа там совершенствовать, улучшать разум в зависимости от текста. Либо здание совершенствовать, поднимать там строение в здании. Это у нас development. Можно ment добавлять, можно просто development использовать в английском языке. Это бы, кстати, тоже поистине не помешало в DeepL. DeepL отличное чем? Оно хорошо дословности на русский переводит. С английского языка мысли с английского на мысли русского хорошо лучше познает. Поэтому ну, хороший переводчик. DeepL. 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 DeepL.